An organization of multi-sport games is complex. It's not easy. That is something, you know, the Chinese are able to do, and they will do. And so, you know, I was extremely happy, you know, that Beijing was willing to do this. В основе спортивных боевых искусств всегда лежала и будет лежать идея гармоничного развития человека. Я хотел бы отметить, что, конечно, такого рода мероприятие проходило первый раз, и поэтому я вас сердечно приветствую и поздравляю с блестящим результатом, который вы добились на первых всемирных играх боевых искусств. Вы действительно молодцы! Всемирные игры боевых искусств в 2013 году пройдут в России, в Петербурге.